все это. Я понял. А я блогер как раз ищу. Хочу на YouTube попасть. А ты откуда? С какого города? Петербурга. Понятно. На какие темы беседуешь? Может, вопрос у тебя интересный будет? Да, история. Ну, по истории какие у тебя вопросы? Давай по истории. Ну, вот не знаю, можно спросить, вот... Вот вы как вообще думаете, как, вот где лучше регион жилось, в Советском Союзе или в Российской империи? Ну, если именно брать в расчет то, что это в разное время было. То есть, понятное дело, что со временем, конечно, жизнь улучшалась, но если вот это брать в расчет. Российская империя. Ну вот и я тоже так думаю, люблю я тут с коммунистами поспорить, их много тут, в принципе. Молодец, молодец. Мы с тобой прямо это самое, как единомышленники. Если хочешь, заходи на мой канал. Еще. И здесь, на этом перекрестке. Сувенир? Нет, сувенир. Вы откуда? Липецк. Понял, еще раз. Липецк. А, Липецк. Понял, понял. Меня Олег зовут. На какие темы беседуете? Может, вопрос у вас интересный есть? Почему украинцы ненавидят? Что ты всегда ненавидят? Привело. Почему что? Украинцы ненавидят русских. Ну это украинцы спрашивают. Я не считаю, что такое это характерно для всех украинцев. Да. Это называется. Это называется наводящий или некорректно поставленный вопрос. Вы заранее Нет, я в лоб спрашиваю. Вы заранее в него закладываете презумпцию, которая не является истиной. А вы презюмируете, что это якобы истина. Так что... И здесь, на этом перекрестке. А из Москвы как, с какого района, если не секрет? С юго-запада. Понятно. На какие тебе беседуете? Может, вопрос у вас интересный есть? Да, вон с девчонками сейчас у меня любви разговаривал. До этого о музыке. С чуваком по тяжелому металлу. Не, ну я поклонник Deep Purple, если такую группу помните. Да, конечно, знаю эту группу. Какая у них песня самая такая? Ходовая, помните? Которая Smoke My, там. Играет. Smoke on the water. Да, Smoke on the water. We all went to the Montrex on the dark general is so light. To make records with the mobile, we didn't have much time. Фрэнк Заба и The Mothers. У вас, я смотрю, проектор, да? Да, проектор. Круто, прямо отражается. Кстати, если хотите, за спасибо. Жду вас на канале. Всех благ вам. И здесь, на этом перекрестке. About Lugansk People Republic, you can congratulate me or what? What event? Independence Day. The U.S. Your Independence Day is holiday. I am not from U.S. Ah, you are not from U.S. Yes. Where I am from U.S. You're from U.S. Is this correct? Yes, I'm from U.S. Do you speak Russian? Yes, I do. I have Russian speaking channel. It's not convenient for my subscribers to speak Russian. А вы в Нью-Йорке, да? Нет, я в Калифорнии. А, пардон, в Калифорнии. Да, вы... А что, мы с вами говорили? Да, говорили как-то полгода назад. Ну, у меня плохая память на лице. Ну, ничего страшного. А вы блогер, стример или regular user? Все редко тут бывало. То есть, выходные иногда и все. Ну я понял. На какие темы беседуете? Может, вопрос у вас интересный есть? Да, это все про войну говорим. Смотрю, что происходит. Я обычно не про войну говорю, но могу и про войну, если вас что-то интересует. А вы обычно про что говорите?
Ну, обычно про ингибирование гетерогенных или гомогенных процессов. Или про железную дорогу. Могу про историю. Ничего не могу сказать. Могу про историю. Про процессы или железную дорогу. Ну, можно про войну, если вы хотите. Что у вас? Вы Original City ваш какой есть секрет? Вы откуда приехали? Что это? Я очень давно приехал из Вильнюса. Ну, очень давно, это лет 35, что ли? Наверное. При СССР. Почти 30. При СССР. Ну так почти, значит, вы уже уезжали после 91-го, сохранили, небось, там и недвижимость в Вильнюсе, да? Нет. Ну, продали, по крайней мере. Из СССР выезжали, ничего там нельзя было продать. Просто спасали. А вы когда уехали? Да я намного в 5-м году. В каком? В 5-м. В 2005-м, собственно. Ну, в смысле не в 905-м, а в 2005-м. Ну, там, может быть, 1980-м. Нет, ну, когда 85-й, говорят, 85-й. Вы ж на прошлый год не говорите первый год, вы говорите 21-й, правильно? Ну, не знаю. Вот так почти. и здесь. Ну, я понял, Хорошо, а вы откуда уехали? Из Харькова. Ну, было у них как-то командировки, правда, пару раз и все. Да, мало знаю. Ну, я понял. Ну, окей. Ясно. Если нет вопросов, то с праздником вас. Да, у вас также успехов, там, счастливо. Да, ну, у нас праздник был пек. И здесь, на этом перекрестке. Харьковская область, а вы откуда? Днепропетровск. Ну, я понимаю, да. Вопросы, может, у вас интересные есть, на какие темы беседуете? Вопросов к вам нет. Нет вопросов. Вы кем-то занимаетесь, Что вы? Немножко тормозите, повторите. Вы на Ютубе стримите или нет? Ну, я иногда стримлю, сейчас не стримлю. Угу. Сейчас просто... Что у вас обстановка такая интересная? Сейчас просто еще под записи... Ну, контент под запись, короче, еще. Ладно, понял. Ладно, приятного аппетита. Мороженое, смотрю, какое-то советское, по советский образец. Шоколадное, что ли? Да, шоколадное. Это стакан великан. А, я понял. Ладно, давай успехов. Всех благ. И здесь, на этом перекрестке. Как все здорово. Вы откуда? Я из Москвы. Мы с вами, по-моему, даже беседовали несколько дней назад, если не ошибаюсь. Из такого района, если сейчас вспомню, беседовали. Ну, я вас точно не помню. Хорошо, из какого района Москвы? Из Курского. Из Курского. На какие темы беседуете? Может, вопрос у вас интересный есть? Нет какой-то определенной темы. Как разговор пойдет, знаешь. Хорошо, как пойдет. Хотите вопрос на внимательность по Москве вам задать? Не особо. Не хотите. Задавайте ваши вопросы. Может, у вас что интересует? Я не знаю, что вас спросить. Ну, на какие темы вы беседуете в рулетке? Вы же заходите в рулетку. Я разговариваю обычно как это называется? О технологиях будущего. О технологии будущего? О профессиях будущего. О том, какие профессии. А какова ваша профессия в настоящем смысле? Я занимаюсь обучением персонала. А. Ну, обучением чему? По какой дисциплине? Вы же конкретную дисциплину преподаете персоналу? Или обучение техники безопасности, например, или маркетингу, чему вы его обучаете?
В зависимости от того, где я работаю. Если я работаю в банке, то я занимаюсь организацией обучения в финансовой сфере. Если это обучение там страховой компании или туризм, то, соответственно, немножко другое обучение. Ну, образование у вас конкретное, вы, значит, наверное, по своему образованию, вы не можете же вы одних обучать, допустим, техника безопасности работы с кислотой, Я не занимаюсь обучением, я занимаюсь организацией. Я могу найти преподавателей, которые и в технике безопасности. Я понял, вы менеджер по обучению. Все понятно. Я вас понял. Ладно. А вы чем занимаетесь? Я private tutor, репетитор по-русски. Ну хорошо. Если у вас вопросов нет, то спасибо за беседу. Всех благ. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Он стоит. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство, у них есть один Соединенные Штаты Федерации. Соединенные Штаты Америки. Это федерация? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Воронеж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Каркашовский был. Мы сделали украинскому народу членом. Украина, которая была создана. Группа Кривичского. Не будет ни Донецкой, ни Львовской власти, будет только Харьков.